Активисты Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» поздравили Валентину Баканову с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Участница страшных событий времен Великой Отечественной войны также вручили цветы и подарки. Подробности в нашем сюжете. 80 лет спустя Валентина Баканова за чашкой чая рассказывает молодому поколению. Когда фашисты напали на северную столицу, была еще ребенком. Боль, страх, отчаяние, голод и священные 125 грамм хлеба, которые спасли маленькую девочку от страшной смерти. Блокада длилась 872 дня. Город был окружен. И маленький брусочек из ржаной муки и жмыха по карточкам, порой это вся еда на день. А что там 125 грамм? Да еще там же все подмешивали. И там тяжелый же хлеб-то был такой. Что там хлеб? Там даже, я не знаю, как-то мы не замечали, когда мы его съедали, там дадут, и все, и больше нету. И целый день сидишь вот так. Мы на плите сидели больше. Грелись. Мама натопит плиту, потом это, она немножко остынет, а мы мерзли очень. Потому что, когда голодный, очень мерзнешь. А потом я забиралась вот в темную комнату, мама мне, правда, книжку дала. Вот, читай, читай. Я первый класс только кончила. А я читаю, ищу, про еду написано. Руководитель «Молодой гвардии Единой России», депутат городского совета Серпухова Диана Лумянц, активисты областного регионального отделения вручили Валентине Бакановой цветы и подарки. Представители окружного управления социального развития номер 17 от имени правительства Санкт-Петербурга почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. От губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравительный адрес. Конечно, прекрасно провели время, познакомились с Валентиной Николаевной, узнали ее жизненный сложный путь. Несмотря на это, ей сегодня 92 года, она бодрая, у нее есть рецепты счастья, рецепты красоты, рецепты счастливой жизни. Поделилась с нами, что очень важно нам сегодня услышать от того самого победного поколения. Волонтеры также привели в порядок участок Валентине Бакановой и расчистили снег. А еще пообещали 91-летней серпуховичке помочь с ремонтом лестницы в ее частном доме.